Я так же люблю спать, понимаете? Я очень сильно хочу спать, реально хочу спать. Но у меня сейчас есть сын, и сына надо рано поднимать. А так хотелось бы поспать. Да. Вот я сейчас прямо еду за своим сыном, потому что он должен идти в школу. Но перед тем, как приехать за своим сыном, я пришел куда? Магазин мясной номер один. Улица Карла Маркса, 16. И вы знаете, я пришел вовремя, потому что за моей спиной все буквально раскупается. За мясом приходит. Мясо? Мясо вкусное? Хорошее. А ценники? Да нормальные, как везде. В принципе, нормальные ценники, да, без всяких там тараканов и косяков, правильно? Ну да. Я тут недавно заболел внезапно, да, бронхит возник у меня. Вообще, как бы, с бронхитом я борюсь немножко другим способом. Сумамед, хорошее лекарство. В этот раз решил использовать то, что продается в наших аптеках. Флемоксин Салютапс. Вы знаете, он меня раздолбал просто в никакое состояние души и тела. То есть я сейчас нахожусь на дневном стационаре. Мне в попу колят уколы. То есть это у нас клевое лекарство. Почему это клевое лекарство у нас возникает? По одной простой причине. Это клевое лекарство у нас есть, да. Только я не знаю, что там внутри. Такое ощущение, что просто мел. Мало того, давайте вспомним, какое мясо мы едим, да? Ну, я вам в прошлом материале говорил, скажу еще раз, что самое быстрое и окупаемое средство – это с фермы. То есть нам когда-то говорили, что американцы – это косяки, да? То есть ножки Буша, да? Так мы еще стали более косячными, чем они. То есть наши ножки уже не знают кого. Они растут всего 3,5 месяца. А уже потом печень курицы, ее просто можно выкинуть. Потому что если она проживет дальше, вы есть не сможете, она уже будет прогорклая, потому что там очень много вот этих всяких там пенициллиновых составляющих. То же самое и свинина. То есть свинина окупается через 2 года. Птица через 1, а свинина через 2 года. Те же самые дела. Очень быстро все это дело выращивается и все остальное. Теперь мы говорим, куда мы пришли. Мы пришли в мясной центр номер 1. Рядышком со мной располагается. Так вот, что вы здесь можете есть? Есть все, что вам доктор прописал. И домашнее, естественно, потому что по сути события это все домашнее. То есть хотите, пожалуйста, свиные язычки, 300 рублей килограмм. Хотите ножички? Я очень люблю ножки, кстати. Из них очень хороший этот получается. Холодец! Все остальное. Печень, пожалуйста. Это печень получается от козлятинки. Вот. И легкие. А это печень от говядинки. И легкие, и сердце, пожалуйста. Все в изумительном качестве только для вас. Почему не используете другие торговцы? Всегда свежее мясо, девчонки всегда приветливые. Вот. Цена, качество отличное. Ну и рядом с домом. И вот та самая свинина. Самая хорошая деревенская свинина. В прошлом материале я вам говорил, как вы можете определить, деревенская это свинина или нет. Естественно, по салу. То есть обратите внимание, какое здесь сало. 2, то и 3. Вот это правильное сало. Не надо говорить, что сало тут не очень хорошо. По сути событий. Если мы будем вспоминать, на чем грамотно вы готовили бы свою пищу, то оптимальный вариант – это оливковое масло. Уже затем идет сало, уже затем идет постное масло. То есть, ну, в принципе, почему бы вам не жарить на настоящем сале? Тем более, к слову о том, вот я, допустим, ем, ну, у меня есть проблемка, естественно, вы все это знаете. То есть я ем хреновую закуску. С чем я ем? Естественно, режу сальцо. Немножко сальца, немножко хреновой закуски, и я так считаю, что с раком мы и поборемся. Теперь возвращаясь к вопросу, где все это дело берется. Здесь, в мясном центре номер 1, прямо рядышком с моим домом. Туда пришли. Вот. Почему вы здесь? Потому что близко и удобно. А вот насчет цены. Хорошее, да? И мясо хорошее, да? Да. Как бы не надо на центральный рынок ехать. То бишь, вы слышали, мое мнение, грамотея, для которого по дороге в Москву, где специалист по сельскому хозяйству, а точнее, животновод со стажем, все это и объяснил, как пенициллиновые добавки гробят бройлерную тематику, и мнение обыкновенных горожан, правильно понявших прелести домашней свининки, говядинки, баранинки и телятинки. Нет, конечно, ваше право кормить себя пенициллиновым мясом. Ваше право. Я хочу в случае заболевания лечиться пенициллином и не внедрять в себя массированные антибиотики, а лучше вообще не болеть, используя только сельские продукты от мясного центра номер 1 на проспекте Карла Маркса, 16. Почему все так буквально раскупается? Потому что люди начинают понимать.
и начинает есть настоящее деревенское мясо. По сути событий, в свое-то время у нас в большом количестве были и свинофермы, и коней мы выращивали. Коней, кстати, не выращивали. Вот говядину мы выращивали, естественно. Ну и отары овец. Как же, помнится, анекдот-то был. Казах решил купить себе Волгу. А чуть-чуть не хватает гурта, понимаете? Позвонил своим друзьям. 50, 60, 150. О! Волга. Потом другой казах решил себе купить Волгу. То же самое, чуть-чуть не хватает. То же самое. Это называется история продолжения. Почему казахи все ездили на Волгу? Все было нормально, ровно. То есть сегодня, сейчас, о чем мы будем говорить? Мы не будем говорить про анекдоты, естественно. Мы будем говорить про ваше вкуснейшее деревенское мясо. И где он находится? Да, вот здесь, за моей спиной. Мясной номер один. На улице Карла Маркса, 16.